Прошлой ночью с Екатеринбургского вокзала уехали на поезде в Крым 89 лучших волонтеров Свердловщины. Отдыхать на море в Евпатории молодые уральские добровольцы будут 10 дней. Все они участвовали в областном конкурсе, организовать который глава региона поручил областному министерству образования и молодежной политики по итогам прямой линии со свердловчанами в 2021 году. Лауреатов наградили путевками в Крым в результате очень серьезного кастинга. Заявок от уральских добровольцев было больше 1000 штук. Отбирали претендентов с января по август по разным направлениям. От лучшего волонтера и молодого профессионала до лидера молодежного объединения. Спасибо нашим молодым людям, волонтерам, медикам, спасателям, волонтерам, победителям разных чемпионатов WorldSkills и других чемпионатов. Почему нет? Мы должны это делать, и мы будем это делать. Один из награжденных, волонтер студенческого корпуса спасателей Дмитрий Чазов, в период пандемии был волонтером вакцинации, а в этом году побывал в Ростове-на-Дону и работал с беженцами с Донбасса. Эта поездка мотивирует на новые достижения, скромно заявил Дмитрий перед тем, как отправиться с чемоданом на перрон.